Наталья Семенова, мой следующий гость. Наталья, хочу задать традиционный вопрос. Как ваше настроение? Настроение великолепное. У нас очень много сегодня посетителей, которым интересна наша продукция. Очень приятно, что среди посетителей выставки и есть и конечные потребители, представители сетей, дистрибьюторы. Поэтому мы можем в полной мере, с полным охватом всем продемонстрировать, дать попробовать нашу продукцию. Ну, теперь остается только показать, что будем дегустировать и о чем будем говорить. Я смотрю, что вы пришли с опытными образцами. Я помогаю, так как руки всего две. Давайте с вами немножко познакомимся с продуктами, которые вы держите в руках. Замечательно. Наша продукция – это интересный, уникальный продукт, флай-чипсы зерновые, которые имеют честный, натуральный состав. То есть это экологически чистый, вкусный продукт, который подходит для тех людей, которые следят за своей фигурой. Да, сейчас с каждым днем все большее количество людей заботятся о своем здоровье, задумываются. Поэтому мы хотим предложить снэк, но не просто снэк, так как снэки сейчас они обладают большой популярностью из-за такого стремительного темпа ритма жизни. И наша продукция относится к здоровому перекусу. Сама идея создания нашего продукта заключалась в следующем. Мы проанализировали категорию снэковой продукции, категорию перекусов, и мы поняли, что очень мало продуктов, которые можно употреблять без вреда для здоровья. И мы начали подбирать рецептуры, мы начали подбирать ингредиенты, проводить исследования, потому что на самом деле это сложная задача — создать продукт, который будет не только полезным, но и вкусным. И нам это удалось, о чем говорят множество положительных отзывов наших покупателей на различных сайтах, интернет-магазинов, потому что наша продукция представлена сейчас в широком очень, распространении. Нашу продукцию можно найти в магазинах «Вкусвилл», что подчеркивает натуральность нашего продукта и то, что он здоровый. Ряд интернет-магазинов, «Утконос». Скоро наша продукция появится в сети заправок. То есть мы стремимся к тому, чтобы покупатель в шаговой доступности мог приобрести наш продукт. Поэтому мы сюда и приехали, так как наша компания, наше производство находится в Москве. И сейчас она лучше всего представлена именно там, в Москве и в Центральном федеральном округе, то мы приехали сегодня на Питерфуд с основной задачей ознакомить покупателей с нашей продукцией. Я тут хотел пожелать вам как раз, чтобы вас успешно вы смогли зайти во все крупные сети, но во все сети, мне кажется, вы уже зашли, и вы просто продолжаете завоевывать любовь своих потребителей и авторитет среди коллег, которые с вами работают. Ну, пусть действительно у каждого будет возможность перекусить вкусно и, самое главное, полезно. А вам желаем эффективной выставки. Спасибо вам большое. Мы со своей стороны стараемся, будем для этого делать все.